Итак, давайте посмотрим, что у нас находится в упаковке. Открываем коробочку, видим тряпочку из микрофибры для протирки зеркала, чтобы не было разводов. Само зеркало достаем аккуратненько. Пленочку на экране я уже отклеивал, поэтому там остались такие пузырьки. Естественно, их не было. Зеркало весит грамм 300 по ощущениям. Снимаем пленку. Ровная, гладкая отражающая поверхность, светлая достаточно, без каких-либо дефектов. В общем, выглядит отлично. Не хуже, чем штатная. Сверху находятся разъемы. Микро-USB, питание, наушники. Сзади видим ребра радиатора, охлаждающего электронику. Камера с таким шаровым основанием может двигаться. Значит, крышечка, в которой находятся разъемы SD-карточки и сим-карты. Вот крепления, такие штанги телескопические. Довольно тугие. Ну, что еще тут стоит отметить? Кнопка питания. Ну, вот оранжевого цвета она. В общем, как-то так. Еще у нас в комплекте имеется кабель питания. Находится в такой коробочке. Кабель довольно длинный, можно его даже, в принципе, по боковой стойке проложить аккуратно и по потолку провести к зеркалу незаметно. Пластиковая такая лопаточка, она нужна для монтажа. Там дальше покажу, будут такие резиновые крепления. Инструкция по эксплуатации на китайском, пока не переведенный вариант, но со временем, я думаю, появятся переведенные. QR-коды приложений, управляющих зеркалом, можно быстро взять и скачать. В такой маленькой коробочке находится аккумулятор. Тоже нужен для работы зеркала, чтобы сохранялись все настройки прописанные при отключении питания. Сим-карта китайская для активации и трансфлэш карточка на 16 гигабайт для регистратора. В этом пакетике находятся те самые крепежи, о которых я пораньше упомянул. Дополнительные крепежи, они там сзади натягиваются на штанги крепления зеркала и фиксируют его еще более надежно. Но мне они не понадобились, в принципе, и так оно хорошо держится. Автозарядное устройство, фирменное, аксиомское. Имеет два разъема. Один разъем для, собственно, зеркала, а один вы можете использовать для своих нужд, для там зарядки трубки или навигатора, чего там угодно. Ну, как-то так. То есть, в комплекте есть, в принципе, все, что нужно, чтобы быстренько взять и начать пользоваться устройством. Давайте бегло посмотрим на экран зеркала во включенном состоянии. Вот включаю я зажигание, появляется экран. На экране видна навигация, карта и маленький экранчик видеорегистратора. Навигация, увы, адаптирована пока только для Китая. Спутников видит много. И GPS, и GLONASS, и Baidu. Китайской системы. Ну, будем ждать адаптированной для России версии. Было бы, конечно, очень неплохо ее увидеть, потому что, в принципе, в зеркале такой вот экранчик навигации, это довольно удобно может быть. Настроечки. Все в пиктограммах, поэтому интуитивно достаточно понятно, что где. Вот информация о прошивке, версия прошивки. Имей, там прочие технические нюансы.
Вот настройка. Это, в частности, меню настройки системы. Да, слежение за полосой и за движущимися автомобилями. Вот так она из меню запускается, но можно на самом деле быстрее запустить. Я потом покажу. Сейчас поехали, посмотрим, как это выглядит на дороге в действии. Так, пускаем зеркало, трогаемся и смотрим, как оно будет нам, что оно нам будет отображать, собственно, во время движения. Вот экран регистратора, его можно увеличить. Теперь нам нужно настроить систему ADAS. Один раз это делается, и все. Потом как бы настройки запоминаются. Так, нужно выставить, значит, линии горизонта. Вот отображается поверх настроечная горизонтальная линия. Мы можем и двигать зеркало, и двигать эту линию. Плюс двигать камеру, а напомните, с шаровым основанием. Подвижная. Вот выставили горизонт. Зеркало при этом тоже выставили ровно, чтобы нам удобно было. Нажимаем кнопочку ОК. Переходим к следующей линии. Следующая линия вертикальная. Ее ставим где-то посередине капота. Ставили. Все. Вот появилась такая синенькая сканирующая полоса, отображающая, что у нас система ADAS активна. Едем, смотрим, как оно работает. Вот практически сразу видно, что оно начинает опознавать автомобили движущиеся. Выделять их такими кружочками. Цвет кружочка меняется в зависимости от скорости автомобиля и от его близости к нам. Если автомобиль находится на безопасной дистанции, он зелененький. Если чуть ближе, то оранжевый. Если как бы он представляет для нас опасность, то есть слишком близко приближается, допустим, то он становится красным. Полосу опознает тоже, видите, достаточно быстро подхватывает. Отображать нашу полосу движения, контролировать. Вот цифрами над кружочками указывается время в секундах, сколько нам ехать при текущей скорости до вот автомобиля, обозначенного этим кружочком. Эта функция, как бы, на мой взгляд, не особенно полезная, потому что при беглом взгляде на зеркало, естественно, в цифры никто вглядываться не будет. Вот. А сейчас это зеркало нас оповестило, что автомобиль перед нами тронулся. На самом деле прикольная функция, то есть в пробках, если вы отвлечетесь от дороги, да, то зеркало вам будет сообщать, что пора бы уже ехать. Также оно вот вещает голосом при перестроениях, если мы пересекаем полосу разметки. Об этом информирует. Ближние автомобили, как видите, то есть те, что к нам находятся ближе где-то чем 5, там может быть 7 метров, но не обозначает. Вот. Для того, чтобы автомобиль отмечался бы зеркалом и опознавался, нужно некоторое расстояние. Более сейчас подробно еще раз смотрим, как работает система ADAS. Вот стоим мы в пробке. Вот, опять же, надо отметить, что вот эти все условные обозначения, которые показываются... Да, вот снова нам зеркало сказало, что... ехать. Вот эти вот все, в общем, кружочки и обозначения, они на видеорегистратора не пишутся. Дальше я покажу отрывок видео того, что записывается на регистратор.
Вот сейчас перед нами автомобиль близко перестроился, да, видите, оно красным его обозначило и еще голосом сообщило. Стоит обратить внимание на дорогу. Сейчас нам сообщает о том, что мы движемся к нему близко. Ну, я обычно как бы так не езжу, сейчас просто, так сказать, в демонстрационных целях. Вот, четко опять же обозначается полоса движения. Если ехать ближе там вот, к двойной сплошной, то зеркало тоже об этом будет говорить. Сейчас опять оповестило о близости. Лишний. К впереди следующему транспортному средству. В общем, узнавание и разметки, и автомобилей работает довольно четко, надо заметить. Сейчас посмотрим, в каком качестве пишется видео со встроенного регистратора зеркала. Ну, видите, изображение довольно четкое, яркое, светлое. Вот. Все эти условные обозначения, что оно показывает там, нам зеркало, да, они отсутствуют на видео регистратора. Время у меня там выставлено неправильно сверху, поэтому на него можно внимания не обращать. Так, в принципе, оно ставится как бы по времени мобильной сети, или можно руками его выставить. То есть это не проблема. Ну, в общем, камера довольно широкоугольная, то есть видно автомобили из боков, и что у нас перед капотом, и сверху. Четкость при этом достаточно неплохая, и яркость изображения приятная. Все хорошо. В общем, девайс мне понравился, даже несмотря на то, что пока не имеет локализованной версии, да и даже английской. В принципе, как бы основные настройки, основные функции, можно догадаться, как ими пользоваться, чисто интуитивно, потому что, в общем-то, все на пиктограммах, на условных символах, в принципе, все то же, да, что используется в, как правило, каких-то смартфонных менюшках такого плана. Вот, то есть, в принципе, за те деньги, за которые мы покупаем зеркало, мы получаем не просто, да, как бы вот зеркало такое продвинутое салонного вида с видеорегистратором встроенным. Мы еще имеем, ну, по сути, медиаплеер с FM-трансмиттером, то есть звук можно транслировать на бортовую аудиосистему и видео просматривать, и там и картинки, и музыку слушать. В общем-то, много всего. Плюс, опять же, оно может, это зеркало, да, работать и Bluetooth-телефонной гарнитурой. Также, то есть, мы можем общаться по телефону. Плюс, насколько я знаю, у него есть, опять же, система голосовых команд. Единственное, что да, что надо будет дождаться английской или русской версии прошивки, чтобы это все более полноценно использовать. Вот, но потенциал такой есть. В общем, довольно технологичный девайс. Все в одном. И, в принципе, думаю, многие энтузиасты всякой такой современной электроники могут этой штукой заинтересоваться. Спасибо за внимание.